7:30. Дай Бог тебе здоровечка. Як у вас справа? Да слава Богу, ты же видишь, пришел. Да. Борюсь пока. Пошел 1000 получать. Что-то не дали, непонятно. А чего они дали? Не знаю. Там. Не хочется написать, да? Да. А він сфоткає клас. Ви вдягніть маску, тоді нічого не буде. Так, а ви викликали швидку? Ну так, да, мені ж називала тоді волонтерша, що завтра вони будуть привозити 2 часа їсти. Угу. І вони визивали мені скоро. Я температура 38,4 була. Ну не було сплєст, так мене... Добре, що волонтерша поїхала за скорою. І сюди волонтерша мене з больниці привезла. То що, вам перемотали, так? Так нічого такого страшного немає. Я коротко через двох. Добре. Спасибо вам. Вы не шутите. А где вот та Даша? Какая? А, вот Даша. Там да. Она обещала мне сумочку. Это такой, как спирт там оно. Так и есть. Ну, типа нам по 100 грамм спирта. Ага, конечно. Сегодня нет. Спасибо. Видео? Давай камеру твою уберем. Нет. Я сейчас иду с тобой вместе. Убери. Она у нас сегодня злая. Перематое одеяло есть у вас? А ты желтый, нет. У меня вот тут вот, вот это я так ударила, что там. Гематома не рассасывается. Уже синяк я свою. Это ж коленом стукнулось. Я не знаю, гуля такая вот тут вот. Одеяло уже есть, ну одеяло есть. Хорошо. Боярышники и другие спиртосодержащие продукты не продаются. Добрий день. А, мені треба щось послаблююче. Таблетки, каплі? Ну що, він знає, що краще таблетки. А що ви знімаєте? Фільм. Яка дозировка? Доросла чи? Так, доросла. Дуже каплі? Так, так. Ой, спасибо. Меня не надо, я синяком. Давайте отберем у него камеру. Дадим мне как раз домой доехать.